поводу взрыва, который произошел сегодня утром. По поводу чего? Взрыв возле здания Министерства внутренних дел. Ну, что можно сказать, когда обнаружено было взрывное устройство, которое ликвидировано. Нас удовлетворяет то, что никто при этом не пострадал. А по всем остальным вопросам, связанным с охраной здания, с режимом безопасности, мы еще будем разбираться. А подозреваемые так же, как и... есть? Ну, мы работаем сейчас. Работаете. Конечно.